карманку. И волк, свежее мясо. Нормальное начало. Как мне повезло реально сейчас. Короче, я смотрите, скачиваю вначале. Тактика Ханны? Тихо! Это кенпач. Тихо. Короче, скачиваю сейчас данные сверху в столовке. Думаю, ща меня убьют, но в итоге меня не убивают, а убивают артиста, так его и надо. Он, короче, ну тогда это не кенпач. Получается, это Ханки, да? Где еще раз труп? Это почек Ханны, кикаем Хану. Смотри, на столе у кнопки. Тебе так сложно просто нажать на кнопочку включить трансляцию или что? Смотрите, Ханна хотела, чтобы ее убили, и она включила трансляцию. Ну давайте, ее не убили. Ты не понимаешь, она почему-то же. А почему Ханна жива, кстати, да, реально? Да, да, я пошла даже в электричество, чтобы меня убили. Ну ладно, давай мы тебя выкинем, и ты пойдешь спокойно включить трансляцию. Ну я не знаю. В электричество пойдешь. Ты до этого не была против, чтобы тебя первые убили, Ханна, на мирный. А сейчас ты сразу ненавидная. Я бы безбожно дефа меня, я бы тебя ёбнул бы в электричество. Ну она же ёбнула артиста. А может ты его не ёбнула, потому что я подходила к электричеству, и ты это видела? А откуда у тебя такой вижен? Я не видела тебя, например. В смысле? Какой вижен? Я подхожу к электричеству. Ханна, видимо, глухая. Ты сама сказала, что ты в электричестве. Я в электричестве, да. Ну да, а я подхожу к электричеству, поэтому мало ли, ты же меня видела с трейдеровским виженом и подумала, нет, не буду убивать без баша. Левкастер, Кенпач, а вы где были? Короче, двойка мафов по нулю, Финаргот, Хуску, спасибо. Да, ага, и Гарри Поттер еще. Я сейчас слоуплеить буду. Кио в электричестве, чел прыгнул по винтам в камеры. Кто прыгнул? Чел. Чел! Чел? Кто сейчас стоял на камерах? Я стоял на камерах все время. Смотри, это не... Стой. Финаргот, сейчас в последний момент от тебя кто-то выходил? Ну, у меня тусовался там Кенпач с Левкастером. Ну, я снизу поднялся, Финн должен был. У нас по первому килу могли сделать Левкастер и Кенпач, могли сделать первый килл. Левкастер снизу пришел. А еще сейчас. Сейчас еще инфа по поводу... То есть, получается, Миракл остался на админке. С ящиком Тащера мы пошли в админку. И, то смотрите, есть, это не ящик Тащер. Я сейчас снизу подхожу к электричеству. Там дверь закрыта, и гидрос туда долбится. То есть, ящер уже был внутри. Угу. Ящер зашел при мне. То есть, ты предлагаешь то, что импостер убил, закрыл дверь и прыгнул в люк за тот момент, пока ты находился в электрике? Ну, в общем, я хз. Но, типа, при мне никаких винтов не было. Для меня я несколько раз отключал камеру. Кто про винты сказал? Я сказал про винты. Ящер говорит, он репортнул и говорит, что в винтах был. Без башни, по первому килу, это либо Финаргот, либо Левкастер. Но там закрыты двери, ящер. Какой Финаргот, блядь, по первому килу, блядь, если я был в админке, я в первом раунде был в в админке, а потом было электричество. Что ты мне рассказываешь, Гидрос? А тебя кто видел в электричестве в админке? Я видел Кенпачи, который бежал с правой стороны в админку в прошлом раунде. По первому килу это мог быть так же Миракл. Почему? Потому что мы с Гидросом вправо ушли. А можно до Хана, который был? С правой стороны за это время успел так много бежать. И Миракл был, получается, на скачке оружейки был по первому раунду. То есть он мог прийти и убить. Чё за вброс нахер?
Я думаю, Мухану правильно вывели, типа, я не знаю, как вы, но я думаю, Мухану вывели правильно. Да, у нас один килл был за раунд. Ну, такое. Коля тут так мало! Финн, без баш такой классный, обожаю его. Он меня усыновит? Сережа, 30 годиков. Кто был на камерах? Я был на камерах. Левкастер оставался. Ну, сейчас Ящер Тащер был на камерах. Да, вот Ящер Тащер стоит. У меня есть вопрос. Дело почему то? Гидрос бегает справа возле навигации и не идет чинить саботаж? Потому что я там слева оставил троих человек, плюс еще мимо меня пробежал Финаргот. Так я ему показывал даблкил делать, блядь. Два раза, блядь. В столовой в админку, и там прям под камерой лежит труп. И камеры гаснут в момент репорта. Поэтому я и спрашиваю, кто был на камере. И я черта, черт стоял. Подожди, где еще раз? Я килл не видел. Труп. Где еще раз труп? В админке? В админке труп. В админке. Я не видел тело. Ну смотри, по этому киллу ни Финн, ни Миракл, ни я черта. Смотрите, черт, смотрите, смотрите, я справа, я вправо, дайте скажу. Я был в правой части корабля с безбашом в навигации на О2. Я оставил его в оружейку. Гидрос потом туда бежал, в ту сторону. Я, кстати, хз, откуда гидрос бежал. С камер, вот. С камер. Я прибежал на реактор, починил его Miracle с левкастером, на камерах все это время ящер-тащер стоял. Мне кажется, ты знаешь, что самое банальное? Мне кажется, это безбаш с Ханой были, Хана хотела деф от безбаша, а безбаш стал самое банальное. Мне кажется, нет, безбаш нет. Я скорее поверю. Безбаш точно нет. Я скорее поверю Финарготу, но я больше думаю, что это левкастер. Просто Финаргот сейчас вообще с правой стороны был. Гидрос, я все время был на левом реакторе. Как я мог килл сделать? Левкастер, ты до этого откуда пришел на камеры? Я был у в столовке. До этого, да. А в столовку ты откуда пришел? Пришел, ну я в столовке стоял АФК и пошел этот сразу. А может быть ты зашел в админку? Нет, до этого. Ну типа, я как бы, по такому пути ты вполне можешь. Бля. Левкастер. Мне кажется, это без банк. Левкастер. А чё ты со мной даблкил не сделал, блядь? А я не знал, что у тебя... Я знал, что труп, но я не знаю, типа, КДшка у тебя так или нет. Так я тебе два раза сигналил, давай ёбнем Миракла и Яшера, блядь. А я, не... Миракла, а я думал, типа, я боялся, Яшера, что блядь. КДшка, типа, я боялся, а кто в гидрос, интересно, проголосовал? У меня был килл. Ну, два трейтера и кто-то еще. Да, кто, интересно? Безбаш. Безбаш, ты куда проголосовал, Пуджик? Можно я резану? Нет, соси. Я в левкастер проголосовал. Да, я говорю, подъем киллу, либо Финаргот, либо левкастер, либо этот кто-то еще. Ну, понимаете? Ты верил, ты чинил реактор. Ну. У нас как бы по прошлому раунду говорят, говорит мы человек, что винтанулись. Мы слоу-плеили, я два раунда никого не убивал. У нас по прошлому раунду говорит, что человек винтанулся, и там были на камерах кемпачи, левкастер и Финаргот. Кемпачи убили, почему никто не вспоминает прошлый раунд, когда винты были в камерах? Ну так Финн меня задефал, понимаешь? Да, я задефал, я на камерах стоял весь раунд, да я же два раунда не делал киллы. Там сказали, кемпачи умер, то есть кто-то между левкастером и кемпачи, то что там двое они тусовались. Так я это и сказал, но почему-то никто не стал. Ну, блядь, что-то почему-то у нас человек вообще, так потому который что стоял на админке, даже этого не вспомнил. Кемпачи был в реакторе, и он, типа, не его краснил Финн, и я пришел снизу, типа, это мы не могли винтануться. Ну, по словам Финна, а Финн... Я, честно говоря, не понял, почему мы не кикнули как минимум левкастера. Ну, типа, Финаргота, ладно, потому что сейчас он, типа, не знаю... Я тоже не понял. Делки. Но почему мы не кикнули левкастера, это вообще бред. А какой ник у Насти, которая на Твиче. У кого? У Насти, которая с нами вчера играла. С вами Кристина вчера играла, нет? Ой, там Кристина играла, да, сори. Тогда все.
Хана как? Трейдером былась. Бля, мне вообще понравилось. Мы Хану ёбнули. И я думаю, ну все, я не буду никого убивать. Первые два раунда режет Ливкастер. В последнем раунде я Кенпачу убил. А я по голосу поняла, что Фенерго трейдер. Ой, по голосу! Да, да, да. Когда ты мне натопить начал. Ладно, Хана, голос. Хана по голосу пососал. Блять, Ботя, ну шо? Ты не умеешь с девушками общаться. Я понимаю, что иногда девушки сосут, но не так. Ну ничего не меняется, снова артист. Это не Ханна. Ну это... Тише, давайте я скажу, потому что я зарепортил труп. Это не Хаханна. Она убежала в навигацию. Это вполне возможно сейчас опять Ливкастер, потому что мы бежали вместе с Ханной. Мы бежали вместе с Ханной вниз. И в итоге Ливкастер не захотел с нами бежать и побежал обратно. И как раз там артист стрелял по метеоритам, и походу Ливкастер убил артистика. Там еще был Кенпачо. И Кенпачик еще, да. Как. Я смотрю, у меня данные скачиваются вместе с Кенпачо. Да тихо ты, Ливкастер, подожди. Ну типа в смысле, подожди, я... Короче, смотрите, трейдер либо Хускус, либо Ящер. И Кенпачо, а почему не Кенпачо? Потому что я раньше тебя закачал данные, Ливкастер, я спустился вниз, я видел на метеоритах желтый стоял, и от Кенпачо, у тебя гейм какой-то у микрофона включен. Сейчас. Ладно, пока обсуждать, сейчас скажу. Ну, нет, это важно, скажи, почему Ящер. Ну, Ливкастер, может, ты пока скажешь. Я типа, я стал с Кенпачо, и я Кенпачо раньше скачал данные, он должен накраснить, что не делал я килл, потому что я стал все докачивать. Смотрите, сейчас у меня нормально. Да, я раньше тебя скачал, Ливкастер оставался сверху, я пробежал вниз к артисту, хотел в него встать, чтобы на метеоритах пока света нету, и от него убегал человек. Мне показалось по ушкам, возможно, это Ящер, но зарепортил Хускус. Откуда Хускус зарепортил его? Вот в чем вопрос. Ханночка, ему с Ханночкой побежал делать навигацию, я провод дочки у навигации сделал. По дух света я в итоге бегу наверх, и там... В кухне Ящер? Я в кухне был, Кенпачо, выкинул мусор и ушел сразу вниз через админку. Готов идти в баланс? Не успел уйти. Ну что ты такой себе? Да, да, я бы Ящера выкинул. Я за скип. Ты за скип? Нет, ты не. Сейчас Викана такая, это импостерский скип. Зачем мне убивать при миллион типов, которые побежали? Потому что я как бы света не было. А, но ты не видел, да? Ребята, каждая качественная рубрика только по нулю, Ящер или в катер, спасибо. Нет, Ханна, я мирный. Куда их? Хану хоть раз угадал. Хану в баланс выводим, Хану в баланс. Я не верю. Зачем? У тебя 0 из 3, Хана. Куда мне музыка делась? Нифига, я в Торготе сказала, что он трейдер. Подождите, у меня музыка куда-то пропала. О, сразу нормальная песня. А, давайте, кстати, радио послушаем. Надо расширять свой плейлист. Как к нам можно попасть, Настя? Через постель. Мягкую перинную... мягкую с хорошим матрасом, с перинной подушкой. Вот. Какая-то скучная песня, блядь. Боти, иди расскажи, блядь, девочки, через тебя. У тебя это как его? Ботя-то твоя выросла или нет еще, блядь? Чтобы ты тут... Да без... на самом деле мы просто... У нас огромная конфа ВКонтакте, все добавляют знакомых. Но у нас... Была просадка после НГ, было очень мало людей что-то, сейчас стало побольше, вот, так что пока не требуются плюсы. Мне батя сейчас
запутаешься в своих показаниях. А потом будешь говорить, что Хана виновата. Хорошая четверка. На паджике могу. Мира, клакикаем, спасибо. Хорошо. А где труп? За шо? Да уже не важно, Миракл сказал сука, и все, как бы. Он признался только что. Блин, это реально палевно было. Я просто не ожидал, что Хана будет там. Хана. А вот я пришла. Да так кто знал, что ты там что-то чинишь? У тебя столько шансов было убить кого-то втихаря. Не, волосатый мужчина через Хану. Ты мог ее просто убить в самом начале справа, и все. Потом еще кого-нибудь прирезать. Потом еще кого-то. Ящер, это не говори человеку, который убил при свидетелях. Пытался убежать. Причем тут при свидетелях света не было. Я убиваю, меня никто не видит. Я тебя как-то кинпачи заметил. Он меня не замечал никак. Я тебя заметил. Как ты заметил? Не, я видел, кто убегает, но из-за того, что Хускус раньше тыкнул, и у меня такой остаточный силуэт остался. Помню только светлую шляпу. Светлые у меня на фоне только были поюшки. Хотел проверить Steam, у меня должно быть уже 500 часов в Among Us. А, нет, пока 484. Эх. Да, на ночь оставь. Играем до утра, получается. На ночь оставь, реально. Да не, я не хочу фейковые часы. Мне 358. Ну, получается, здесь все киберспортсмены, да? Получается. Да. Ну, конечно, это с 10 тысячами часами в доте не сравнится. Ханна, часы в доте это не показать по показателям ММР. Я завалила ебало. Waiting in the sky. Ух ты, блин. Ну, Миракл, блин, зачем? Ну, типа он лежал, чё, зачем? А, хорошо, я вопрос... Тёмно-зелёный был и умер. Секунду, Миракл, секунду. Кто на камерах стоит? Я стоял. Кто с тобой еще? Стоит. Кто... Ну, вы Фин два трейдера. Я не стою, я заходил к тебе только. Ну, да. Потому что сейчас были винты из админки, из электричества в камеры. Из админки типа... винты были? Ну, из камеры, админ... я стоял на админке, были винты из электричества в камеры. Типа, тогда винты, это без баш. Типа, да не было никаких винтов. Короче, блядь, в общем, Левкастер полюбаса не убивал. И потому что мы забежали в электричество, да, и там да, лежит темно-зеленый. Мы такие, опа, грохнули, братаны. Кто еще кого видел? Скажите, пока... Ой, с правой стороны была... был артист. Опять. Был артист, был Хускис, была без Хан, баш. Я вчетвером и были. Ау. Хочешь Левкастера выведем с тобой? Ну ты сверху... Ну хотя да, да, да. Пока да. Что нет. Я в следующем я уже как бы буду в него топить. Нет, среди без баша Финаргота мав, типа 100%. Ну, очевидно, блядь, очевидно. Сейчас среди вас троих мав, если уж надо. Я в Левкастера. Не трогайте Левкастера. Я Финаргота. Его не было на камере. Хан обменял вообще. Ребят, скипните, в следующем раунде тогда уже просто вы проголосовали, мы без баша выгоним просто и все. Нет, а надо сейчас. Да, потом сейчас потом уже поздно. Уже поздно уже непонятно потом... немножечко, либо это финал. Нам нужно сейвить Левкастера и скипать, потому что пацаны просто так не проголосовали уже. Не, Левкастер умрет в любом так, случае. Нет, ну понятно, что вы меня убьете. Мы проголосовали. За что Левкастера? Если Мирка говорит, что это не он, и не... Алло, блядь. Алло, вы проголосовали. Я вам даже не буду объяснять, почему я не могу быть... Ой, хорош! Хорош! Пошел! Пошел вон! Ну, не придется его резать сегодня. Можно же немного поиздеваться над Левкастером? Понятно то, что без баш-трейдер. С гидрозиком еще к тому же, да, получается? А я пойду на электричество сразу, кстати. Все равно будет отключать. Ой, хорош, кстати, хорош. Ну, без башаки, конечно. Алло. Да, мы да, с Финаргота нахрена.
Я? Ну, может, сначала без башта. Давай. В смысле, без башта? Кто говорит Финаргота? Я хочу Финаргота. Смотри, Хускус и Ханна. Вот смотрите, вам человек говорит, что кто-то винтанулся на камеры. Я в камеры прибегаю, и там уже стоит Безбаш. Как вы думаете, могу быть ли я трейдером? Ладно, если давай Безбаш. Я напиздел и винтанулся, почему Безбаш ничего про это не говорит? Как бы? Ну, я пытаюсь сказать, что, блядь, Левкастер пиздец как много обсирался с этими, блядь, админками и винтами, блядь, когда их вообще не было, в принципе. Человек может выйти из электричества, одновременно кто-то зайти куда-то, и он, блядь, будет топить в этого человека, который туда пешком пришел. Смотри, если вы оба мирных, мы посвятим эту игру Левкастеру и его заднице. Конечно. А так завещаю, в принципе, Хану и Хаски. Спасибо, у меня все, я кончил. Хану кстати, и Хаски. Хану и Хаски. Хану и Хахаски, давайте. Это вообще Хану и Хахаски. Вот это вот двойка трейдеров, я понимаю. Безбаш, только я здесь пуч, нахрен. Только я... Свежи мясо, исти! Бля, трейтер, закрой за мной дверь, чтобы она подумала, что я трейтер. Заебала она за мной бегать. Кажется, я от нее сбежал. Свежее мясо, исти. Еще хочешь, да? Отведать свежего мяска, блядь. Очень свежее мясо, вкусное такое, блядь. Сучка, иди в жопу, блядь, отъебись. Да блядь, да отъебись, да, сука. Да блядь, да как она меня находит, сука, вонючий пинг. Да, это надо. Я надеюсь, чуваки допилят претенд. Ну, это клон игры Among Us. И я буду в нее играть, потому что в жопу меня манал эту кривую игру. Ну, неужели? Как ты задолбала? Просто валяется около винтовка. Дайте мне нож, сука, я ее зарежу. Кого? Мы в догонялки играем. Все. Нормально. А куда ящера уже проголосовал? Так он так, подумал, что ты сказал, что ты Хана.
О, видишь, вот так, Финаргот, вот так можешь говорить, когда ты трейдер. Как ты задолбал, и все в меня будут голосовать. Давай, давай ящера заголосуем, Хан, пост такого, или что происходит? Смотрите, короче, суть в чем, труп находится... В общем, это либо артист, либо Миракл. А где труп, Финаргот? Откуда я знаю? Ты же отрепортил. Ну вот, сейчас скажу. Труп находится там, где навигация, под камерой, там, где вентиляция, вот под камерой. Прямо на вентиляции стоит. Ну, Финаргот с Ханой стояли на камерах все время. Да, мы оба трейдера. Да, да мы еще бегали по винтам. Пососал ты, ящер, пососал. Сейчас с нами кто-то еще проголосует, и вы проиграли. Ха-ха-ха-ха-ха. В артиста голосую, спасибо. Артист, ты в кого проголосовал? Я в Миракла. Потому что когда был реактор, я починил, Миракл прибежал, у него там дитё это маленькое, сразу не чинился реактор. Потом прибежал Гидрос, положил руку, и реактор починил. Погоди, я реактор починил, чего? Гидрос потом посмотрел, чего. Ну, да, Миракл сам при это приложил. Ну, знаете, ну хорошо, голосуйте. Да, может я себя просто проголосую, типа. В артиста. Я вкинул, типа, после такой хуйни. Давайте, давайте. Похуй. Ну, я Финаргота закинул. Легчайше. После меня Фина выведите? Ну просто, чтобы человек, не пойдет он никуда, я его защищаю. Мы с ним в таких местах оказывались, он мне не ел. Это Миракл. 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 Ну, может, мы Миракла кикнем? Пока нас почему 5, типа, и безопасно. А зачем его кикнуть? Ну, потому что тот килл сделал Миракл или Бартист. Кто в электрике квесты делал? Я делал. Все, Миракл выводим. Застой, не понимаю. А потом нажимаем кнопку и выводим Гидрозика, и все, игра выиграна. Потому что Ханна и Ящер 100% красные. Финаргот, она сейчас уже должна быть выиграна, нет? Ну, я говорю, если нет... Да, должна быть выиграна. Но если нет, то... За кисю. Вопрос, почему? Да все там. Я не знаю, как вы доходите до того, что это артист. Я вам объяснил про розового, типа, я, ну, действительно, ты это живой делал. Ты живой. Куда? Фина, почему без баша не затопил? Ну, типа, я сказал, что среди вас трейтеры, и такой, ну ладно, давай в кастера. Фина, почему без баша не затопил? Ну, я решил, что... Ребят, всем привет. Левкастер иногда можно выкинуть, и это смешно. Ну, это не смешно мне, самому левкастеру. Блядь. Обидно, да? Ребят, привет. Слышно? Привет. Я работаю. Здорово, привет. Да. Да-да. Здорово. Так, что да. У вас там с местечком? У нас фул. У вас фул? Ну, ты по Дискорду видишь, ну, у нас 11 из 20 здесь. Я вижу. Как бы, смотрите, когда сборчик, когда как бы собирались, как бы я плюсовал там, как бы, ну... Да, ящер 60, ну, не было ящера. Ну, сори, я сейчас не буду там, типа... Смотрите, получается, я плюсовал там до кого у нас? Были в кастере до ящера, получается. Да. Ну нет, типа ящера вообще не было. Я в принципе не плюсовал. Я не знал существования конфы в принципе. Вот тогда я выхожу. Я через 30 минут уходил. Ну вот, и ящер займет твое место. 30-40. Что, там нас 8 часов, вышел? Там 3 человека. Заходи тогда, Гучик. Там, я один, да, уходил. Ну, да, без я тоже ухожу. Вот, блядь, как я 20-10. Я вот твой ник не коверкаю, а ты мой коверкаешь. Так, Безбаш. Так, в смысле, Безбаш звучит круче. Безбаш? Безбаш. 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 О, чел, ну ты даешь. Чел. Чел.
Труп на камеру. Хана лежит. Хана. А ты откуда пришел? Я был на кислороде, там были все. И типа... Я пришел, увидел всех, что все с правой стороны, типа, можно вычислить. А в электрике кто сейчас? Это я. Ты же, по-моему, выходил только, да, оттуда? Смотрите, ребята. Ну, я стоял на админочке. У нас были винты с электрики, в меты и на камеры. Ой, блин. Чел! Чел, блядь, не было там никаких винтов. Ну я же вижу, что я не видел. Да ничего ты не видел, блядь. Да не было винтов, блядь. Это не работает так. По админке нельзя вычислить винты на 100%. Ну хорошо, но не было винтов. Почему было два человека в электрике, стало один человек в меди, а потом два человека в этом, на камерах? Были винты без баш. А труп на камерах. А может быть, кто-то вышел из меда, и в этот момент кто-то зашел еще в меди никого не было, сейчас не выходил, наверное, скорее всего. Я тебе верю, без баш. Ну это получается, кто-то между без баш. Получается, без баш гидрос, получается? Получается, это Ливкастер, ребят. По нулю вычислено, прочитано. Значит, выводим Ливкастера? Я не надо выводить, я никуда не пойду. Понятно. О, уже ты не пойду. Ты... Бля. А вы обосрались, ребята. Бля, что-то дохуя голосов без баша, бля. Были в качестве рабочих баланс. Это такой пиздец. И всего лишь... Админщики, блядь, научитесь вычислять уже, а, винты ваши вонючие. Блять, я не досканился. Доброе утро, город. Не успел убить, да? Я не досканился, я понимаешь, чуть-чуть. Может быть, Ливкастера выгоним в баланс? Нет. Какой баланс? Не трогайте Ливкастера. Я сейчас на камерах стоял, видел, как артист из меда выходил. Больше ничего не видел. Но смотрите, в Безбаша ушло очень много голосов. Гидроса, ты видел артиста? Трейдеры проголосовали в Безбаша. Да, мы да вдвоем зашли. Не, ну с другой стороны, Кенпачи, у нас всего два человека проголосовало в Ливкастера. Один из них я. И без баш такой. Я мирный. Я без баша. И без, скорее всего, без баш, да. Бля. Скорее всего, без баш. Дал бы трейдер, Ливкастера минимум было бы три голоса. Ну да. Там еще кто-то скипнул, нет, погоди, там кто-то скипнул. А, там скипнул. Ну, так а может быть они просто это... А кто скипнул? Оба мирные. Хотя кто скипнул, может без баш. Не, давай посмотрим, что будет дальше по игре. Давай мы тебя выгоним, посмотрим, что будет дальше по игре. Не, не надо, не выгоняй. Кенпачи, смотри, мы выгоним Ливкастера, потом тебя. Чтобы успокоиться, на самом деле... Я хочу гидроза сейчас выкинуть. Я гидроза вы не трогал. Там пара... Нет, там пара... Нет, я Кенпачи не крышу, я просто говорю то, что по прошлому киллу, получается, без баш Ливкастер можно вывести в баланс, чтобы быть уверенным. Но просто гидроз годится в пачку с безбашом и начал вас сразу защищать. Вы сейчас никто никого не будет крышевать, потому что был один килл. Был один килл, никто никого не крышует. Ну, гидроз крышевал безбаша. Это второй трейдер. Я не крышевал, я думал, что я вообще пороху говорю. Вывести в баланс. Хускус, ну типа, я был почему это очень кислороде, это очень странно, что типа Фин как раз на это обратил внимание, что вы итоге решаете? Что пороху. Ты сам говоришь, что были винты, типа, с электрики камеры, и меня кикают, ну типа... Ливкастер! Я мирно ушел. Я скипнул на этот раз. Да, выводи сколько раз, мирный, либо финар, чтобы не было двойки. Без баш, бля. Сука, я с помощью одного килла сделал 3 килла, блядь. Это просто пока мой самый MVP килл за всю историю Мангаса. Один килл, 3 нахер убрали уже. Ну, собственно, килл плюс 2 выгнали. Thank you.
где? Че по инфе? У входа в электрику. Бля, Гидроса, ты когда ко мне пришел? Наверное, с самого начала с тобой ходил, Финаргот. Не, ну ты... Только, мы только что оттуда прибежали, погоди, до закрытия погоди, двери, там не было трупа. Погоди, да подожди, да я скажу. Смотрите, я был в электрике, но я думал, что будет, скорее всего... сейчас, погодите, мне тут пишут, что там в чате у меня какая-то хуйня. Сейчас забаню чела. Сейчас. Собственно, я был в электрике, думал, что будет отключение электрики, но было отключение связи. Ко мне пришел Гидрос, потом пришел артист. Мы побежали, мы побежали в левую сторону, там был Хускус. А кто в электрике стоял с Хускусом? Не, подожди, а на камерах стоял Гучик. Вот. Потом мы оттуда убежали. Гучик мы убежали. Да. Да, я убежал, оставлял Гидроза с Гучиком. Вот, пришел сбрасывать Финаргот, листья. Мы вместе пошли. Да я подожди, ты на... секунд! Подожди, я сбрасываю листья, ко мне подходит Гидроз, и я вижу, что мы заперты в хранилище. Открываются двери слева от хранилища, валяется труп коричневого. Финаргот, мы вместе выходим со стороны электрики, я иду по верху, и ты идешь по низу. Просто это странно, что ты этого не видишь. Нет, это не Гучик, потому что он ушел потом наверх. Если это не Гучик, то это ты, Финаргот, потому что с левой стороны остался Гучик. Как это могу быть я, Гидрос, если я был справа, а ты был слева от трупа? То есть я только что убил и саморепортнул, окей, я от Гидроса голосую. Я сбрасывал листья, ты ко мне подошел, и там труп валяется. Где, сверху? Сверху не было трупа, ты видел где? Да не сверху, слева валяется труп от хранилища. Блять, почему у нас 5 человек голосуют? Гучик, ты чё не голосуешь? Гучик не голосует. Потому что я не успел, потому что, блин... Эх, Гучик, Гучик. У нас еще один где-то в электрике оставался, кто-то был. Да почему мы можем три игры вывести Финаргота? Ну почему? Секунду вопрос, а кто скипает? Кто скипает? Если скипнул Гучик, если бы Гучик проголосовал, мы бы выиграли. Гучик не голосовал вообще. Я не успел голосовать в этом раунде. Ну вот, я просто... Миракл, видимо, скипнул. Молодец. Прости, Безбаш, прости, Безбаш, прости. А пока вы не поймете, что по админке нельзя вычислять винты, блядь. Вы так и будете обсирать. Да можно. Кто убил на камерах? Да я убил, винтанул, я убил, винтанул. Вернулся и сидел под Безбашом. Он закачивал файл, а я под ним сидел и туда-сюда винтовался. Кускус, а типа вы кинули двух мирных? Это вообще, ну понятно, что трейдеры докидут, но вы-то зачем голосуете? Да типа, пиздец, мне 4 голоса влетало. Так они, Гидрос, я не убивал Хускуза, я типа, это его убил Гучик, я просто выхожу, а там труп, поэтому сори. Ну просто ты начал говорить именно про меня, а ты, то есть, ну, я со своим виженом, не трейдерским, то есть я тебя вижу, и по сути ты меня должен видеть. То есть ты говоришь то, чего не было, я такой думаю, это же пиздёж, ну это же, бро, этого не было. Вот, и такой типа... А так кто с хаткиным в электрике оставался еще один? Ну, да 20 невин на трейдерах пока. Ну, там кися. Алло? 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 О, нет. Алло. Сейчас.
Алло. Я, если что, ничего не слышу. Не-не-не, это мне мама звонит, просто почему-то звука нет. А где, скажи? Гучик, бля. Я забегаю туда, получается, там где-то пил. Гучик, да, и почему-то не репортишь. Кто выбегает сейчас, я хотел посмотреть. Откуда выбегает Гучик? Труп валяется около вентиляции, где ты хотел посмотреть? Откуда ты забежал? Со стороны вентиляции хотел посмотреть, куда ты ищешь? Я со стороны хранилища забежал, получается. Я был, скажите, хранилище, вентиляция даже не было. Подождите, скажите, где труп еще? Нормально, скажите. В электрике, в электрике. В электрике труп, я забегаю, около винтов валяется труп, со стороны винтов бежит кучик. Там вообще не у винтов валяется труп, вообще не у винтов. Труп был не у винтов, он валялся вообще сбоку, получается. Ты бежал с нижней стороны, кого ты хотел там увидеть? Ты уже пробежал весь путь, который можно было... Может быть, кто-то... Я хотел посмотреть, кто бежит с левой стороны, а с левой стороны выбежал только ты, как раз таки сюда же. Нет, 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 Гучик. Да, да. У вас я верю больше Гетерозу, да? Думаю. Ты смотри, ты получается, вполне больше... логично, что ты мог... Ты, Гучик меня даже не топит, если на то пошло, получается. То есть я не могу быть трейтером. В смысле? Да я тебе только что и говорю, что ты мог выбежать с левой стороны, как раз-таки забежать сюда. И сейчас обвинить меня, что это я сделал. Я говорю, я не убивал, я также забежал. А, так я проще объясню. Я бежал с админки. Ребят, смотрите, я был в админке, я бежал с админки через хранилище. Вот, то есть я не мог, как он там говорит, откуда-то забежать и так далее. Труп находится прямо внизу вот этого электричества. И снизу мне выбегает оттуда Гучик. В смысле, прям, то есть, прям вот говоришь, прям около ты сам сейчас говоришь, что на винту, на винтах у тебя труп. А винты где находятся? У тебя труп уже получается на задании, ты говоришь, снизу. А внизу, там, где скачка данных, это внизу, ну, вентиляция, труп, вот это. Блядь. Ну, хуй знает. Сори, чатик, там что-то какие-то неполадки с телефоном. Аниме сегодня я смотреть маловероятно, что буду. Скорее я буду кино смотреть. Какое-нибудь. Да я уже все там списался с мамой, все нормально, да. Где труп? На админке, скорее всего. Нет, в столовой. В столовой возле стола. Я не успел зарепортить, я тоже видел. А, стоп, там, кстати, еще Финнергот оставался, я помню. Финн находится сейчас... Я на камерах. Да. На камерах стоит, да, все нормально. Ладно. Блядь, кто там еще? Подождите, у нас два... А, нет. А вы с кем побежали, Финн, в электричество? Просто с двух камерменов убили. Кто-то стоял еще на кнопке, там три человека стоял на кнопке. Финнергот, Левкастер и еще кто-то. Ты? Не, я сейчас в электрике. И меня Гидрос видел. Угу. К трупу уже фиг знает сколько времени. Артист, а ты откуда бежал? Ты ж откуда я бежал? Я пришел сразу изначально в хранилище. Ой, хранилище, скажи мне. Выключился свет, я со стороны камер пришел свет, ты ко мне пришел со стороны хранилища, а потом вместе мы с тобой побежали через камеры. Безбаш, вы с Хускасом не пересекались с левой стороны? Мне тут просто звонили туда-сюда, но там артист как-то странно передвигался. Ой, ну не пишу тебе сегодня за день к артисту приставать. Ну нет, мы с тобой, по-моему, мы же с тобой встретились, у нас хранилище. Ну ты артист. Хранилище, да, я пришел с правой стороны, а ты пришел. Ну я пришел к тебе, когда ты щиты делал. Ёлки-палки. Нет, подожди, ты пришел к... Ну, навигации, да, там О2, вот это вот все дела. Безбаш, ты пришел с левой стороны. А, нет, я не с левой стороны пришел, ты че? В смысле, значит, я был с правой стороны. Ёлки-палки, мохнаткой нагрём. Да скипайте, скипайте. Не, ну скипнули, ладно, но... Вы чё, совсем, что ли? Вы чё?
Финн, хорошо руки собираешь? Ну, похоже, да, и проголосовал я, в тебя проголосовал я, Кенпачи и еще кто-то. Похоже на два трейдера. Не, если я и буду смотреть, то я буду смотреть что-то то, что я уже смотрел, и что-то очень хорошее. А я вот, кстати, не помню, есть ли осуждение вместе под соснами. А, жопа, Авдеич, кстати, подойдет чуть позже. Обещанный Неверленд я посмотрел уже первую серию второго сезона. Мы ждем вторую. Грань будущего, но это попса. Персонаж забагался. Жизнь. Готовьте к сторис. Готовы к сторис. Сторис готовы. У меня картинка сожжена, персонаж продолжает LDV. Да, и Кимпай смотрит на меня. У меня он врезался в этого. 4. А у меня я могу голосовать за репортил кого-то. Ну и что, кто у нас сегодня трейдер? Безбаш, Артист, Миракл, Кускус, Гидрос, Кимпачи. Или чел! Чел! Стрим уже включен. Да, давайте, ну, давайте. Финаргот не говорит, мы шоу. Чтобы вы меня не голосовали. Гидрос, да. Ты бежал со стороны щитов снова. Вы же понимаете, ты что они сейчас могут... Они я могут бежал со кинуть. Стороны админки. Может, давайте как... мы... Смотри, какая ситуация. Типа, свет чинится, я забегаю на админку, вижу какая-то муть на щитах, бегу вниз, ты снова со щитов бежишь, как и в прошлом раунде. Я бежал на щитов, Ребят, можно? Давайте я предлагаю сейчас просто... Ну, я там был, я потом, нажму на кнопку, все устало подойти, я нажму на кнопку, мы нормально поговорим, нормально проголосуем. Кто-то из вас может голосовать? Мы не можем голосовать, только вы вдвоем. Я могу, поэтому я решаю, пацаны. Скипайте, мы сейчас просто... Я нажму на кнопку, мы нормально поговорим и нормально проголосуем. Я не умею голосовать. Я проголосовал. Я стою на трупе, блядь, до сих пор. И почему-то очень сильно думаю, что это Гидрос. Артист, меня проголосовал. Потому что ты... А зачем... Там кто-то с кем-то уходил. А зачем ты второй раз на щитах был, если ты... Я не был на щитах, я не делал там... Я тебя на щитах видел, ты от щитов прям бежал. Я бежал не от щитов, я бежал чуть выше света. Ай, все ясно, мне понятно, все стало, все. Безбаш, ты в трейдер или что? Ничего не говори. Блять, а я... Кого? Миракл, кого, блядь, за что? Кикнули, не артист, понял. Артист, что ли? Это я сделал. Кнопку жмите! Что они делают? Атаку титанов нет, я не смотрел. Я... Нет смысла меня спрашивать про аниме, потому что я смотрел всего 3 тайтла. Теперь 3. Ну, точнее, 4 уже. Я, бля, заядлый теперь анимешник. Тетрадь смерти, Кровь плюс, Обещанный Неверленд, 91-й день. Потому что он выгнал трейтера. Не, самый мирный я, потому что я нажал кнопку. Два самых мирных, согласен. Два самых мирных. Нет, я не знаю, что с тобой. В смысле, Мирос, меня, для меня, Гидрос, у меня до сих пор вопрос. Гидрос, я еще раз... Какой вопрос? Все изи. Гидрос самый мирный, потому что нажал кнопку. У нас умер Финаргот. Я готов выкинуть Гидрос, потому что Финаргот обычно у кнопки остается. Так а смысл ему было... У нас Финаргот умер еще в прошлый раз. Я про это говорил. Финаргота зарепортили в навигатор. Для меня это, во-первых, Безбаш, потому что... Как бы Безбаш, я примерно там и находился, но... Ты и по прошлому раунду ты говоришь, что не было, как и Финаргот. В прошлом раунде мы с тобой встретились на щитах и побежали, закрылись в хранилище, после этого пошли в электричество. Там еще Кимпачи наверх мимо нас прошел, зарепортил труп. В этом раунде я снова вижу тебя на щитах, и ты бежишь со стороны щитов в сторону хранилища. Я добегаю наверх, и там... Во-первых, в позапрошлом раунде, Безбаш, я бежал один с правой стороны, я тебя не видел, ты пришел ко мне с левой стороны. Сейчас я действительно... Да, я бежал около щитов. Пацаны, тот, кто убил Фина, я его уже выгнал. Вы не того ругайтесь. Нам нужно еще одного. Я, потому что Миракл, скорее всего, у нас два трейтера было, да?
В Гучика же были железобетонные. Давайте, может, туда все равно. Давайте кикнем без баша. Не трогайте без баша. Давайте, давайте, смотрите. Подождите, а кто в Гучика? Гидро? Я хочу кикнуть без баша, потому что он может быть и с тобой, и с... Да как со мной? Я тебе в Мироклаб вывел, игра продолжилась. Ты что, совсем, блин? Я что, не знаю. Куда у нас игра продолжилась? У нас сейчас был саботаж, я нажал кнопку. Если Гидрос неправильно вывел Гучика, я за Гидроса. Мне легче будет с другими поговорить. Блять, без баша. Я буду смотреть Атаку Титанов, но не сегодня. То есть мы проиграли, да? Мы проиграли сейчас, да? По-твоему. Я проголосовал без баша, потому что хотел просто уравнять голоса. Пять человек уравнять голоса? Ну, мало ли кто-то скипнет. Ой, не получилось. Ой, Ким. Не выиграли? А там не только мои квесты, так что... Тот же Мародер, блин, топовый чел, конечно. Сосать. Кто был второй? Кинпач? Безбаш. Безбаш. Потому что он говорит то, чего не было. Кинпач, а почему ты меня подпустил? Я тебя очень сильно подпустил. Сейчас, можно, да? Я у тебя, короче, просто у тебя какие-то странные передвижения. То ты хочешь в одну сторону пойти, то ты по стеночке в другую. Типа, я подозревал, что ты, скорее всего, трейдер. Можно я скажу, Гидрос? И так как у меня была возможность, типа, ну, я тебя и кикнул, потому что я тебя подозревал. Видишь, сделал правильно. Я правильно кикнул первого, нет? Импостером. А кто был импостером? А кто был первый? Правильно, блядь. Я и Гучик. Ну так слушай, я говорю, что это Гучик, в итоге... Ну, значит, я тебя подозревал. В итоге никакого тебя... Нет, он меня не топит. Когда я ему говорю, что он меня не топит, он начинает меня топить, при том, что я вообще пришел с админки, где меня видели. То есть, ну, типа, что за бред? Типа Кенпач. Так, ну, я так говорил, что это мог быть ты, погоди. Я кикнул мир. Я не мог это вообще никак. А я довольный, я думал... Ты бежишь со стороны люка. Артист, лайку. А я бегу с стороны двери. Кстати, я был вообще не в люке. Какая разница, бежишь-то оттуда. Если что, я только в студийной банде и смотрю это раз. Во-вторых, по Ториану я книги люблю. Фильмы последние не очень. Ханночка, да, что расскажешь? Ой, кстати, Хану вообще кикнуть не хотел по нулю. Еще раз. Бегалась крыса. Смотрите. Очевидно, да? Так можно я расскажу, меня спрашивают? Нет, можно я расскажу, а потом ты скажешь, что происходило. Я бегу налево, там типа после электрики, там всей херни, пересекаюсь с Ханой на нижнем двигателе, собственно, поднимаюсь, забегаю в камеры, в камерах пусто, ко мне еще приходит без баш снизу, мы поднимаемся на верхний двигатель, пусто, я забегаю в реактор, там труп артиста валяется. Ханна, что скажешь? Кстати, Финн, секундочку, еще смотри, вначале Хана пошла налево, я такой, ну ладно, посмотрю, что она станет на камеры, прихожу, я нет ни на камерах, ни в электрике, ее вообще нигде нет. Потому что ты слышал, что я говорю? Я отсканилась в медпункте, потом иду, встречаю в коридорчике артиста, мы с ним вместе бежим на реактор. Он заходит на реактор, я посмотрела в камеры, нет ли трупа, сделали артист. Потом бегу, он еще был живой. Я спустилась вниз, двигатель, сейчас забежала. Лекайстер тоже Финаргот. Бежал с левой стороны. Я говорю, блин, без баш. Не, потом... ну последняя Ханна же была. А может они парочка? Ко мне навстречу Финаргот и Левкастер. Не, Левкастер топит Ханну. Я Ханну топлю. А, и, ну, там еще был Левкастер. Я говорю, он еще был живой.
Я вообще, можно типа, в правой части нахожусь. Не, а где сейчас Левкастер находится? Я на кислороде нахожусь, меня Гучик видел только что, я листья выкидывал. Но он вначале был так, в левой части. Ну, так, ну кил, блядь, не, ну этот кил... Этот кил не в начале был, он был сделан вот недавно, блядь. Ханна, до свидания. Ну, недавно Левкастер забегал в админ. Ну, я просто, блядь, ну я мирная ухожу, я не знаю, кто это был. Меня подставили, он еще живой был, я говорю. Подстава. Вот смотрите, меня все голосуют, я одна скипнула. Какой я ушла, ребят? У Левкастера... Чёрный, конечно. Вы тут кикают, блядь, ебали, дайте поиграть, нахуй. Ай, как приятно. Гречу, типа... Чёрт, здесь красиво, да, было сыграно? Я просто вижу, что Безбаш мимо пробегает, а ты живой там. И Безбаш не видел тебя там. Я думаю, бля, почему бы не убить тебя и не саморепортнуть? С чем проблема-то? У нас два трупа. Гути где? Внизу, получается, в хранилище. Финергот сейчас с Хаскисом, вы куда побежали? Я в админку зашел, там гидро стоит, файлы закачивает. Вы как с хранилища вы зашли через низ или через верх прошли? Куда пошли? Через низ мы прошли. А где трупы? Нет, в смысле, мы через верх прошли. Труп, получается, где канистры и с противоположной стороны, справа. Ну тогда... Кстати, я не видел, у меня... Это... Стульчок, смотрите, дайте скажу, это не Гучик, не Хускус, потому что мы с левой стороны втроем бегали последнюю минуту вместе. Скорее всего, это может быть гидрос, который стоит и фейкует закачку данных на админке и почему-то не чинит связь. Ну, я до этого стоял, смотрел по админке вообще, кто где. Вот. Потом выключили камеры. Ну, вот эту хуйню связь выключили. Да, я просто стал качать данные. Ну, мы вместе ушли с электрикой. Слушай, Гидрос, связь отключена уже, ну, секунд 20. И ты все эти 20 секунд стоишь, качаешь данные? Ну, получается, да, потому что я только, когда она отключилась, она, я сразу стал скачивать данные. Поэтому связь отключена, наверное, секунд 8. Нет, связь отключили, когда я был на камерах, мы уходили оттуда, я, Хускус, Гучик, мы зашли параллельно, мы зашли в электрику, еще в хранилище прошли и к тебе зашли. Ну, короче, у меня 8 секунд прошло. Во-первых, я бы кикнул Левкастер в размен Хани, во-вторых, мне кажется, это еще Гучик. Я с Гучиком был на кислороде, а Хана... Во-вторых, мне кажется, это Гучик, потому что у нас постоянно, когда Гучик трейдер, он этот... Куда Левкастер? Нет, Гучик, видишь, ты трейдер был. Я говорю, это не Гучик, я с Гучиком бегал сейчас. Ну, значит, среди вас двоих, либо Левкастер Гучик, либо Финн. А зачем? Финн, Левкастер, Гучик. Спасибо, что ты называешь. Я, типа, окраснился перед двумя пацанами. Выиграли ли с тобой в катку, Левкастер? Че, в чем проблема? Ну, давайте не будем трогать Левкастера. Давай не будем. Это я артиста убил и тут же саморепортнул его. Так я думала, вы с Безбашом вместе заходите. Если бы я знала, что нет, блядь, я бы вас так затопила бы. Я снова не понимаю. Почему ты это не сказал, Безбаш? Я снова не понимаю, почему, типа, не кикают Левкастера, хотя бы банально просто. Да я хотел кикнуть у меня. Я захожу на камеры, а камеры не горят. Там Финарго даже камеры. Какая разница, что хотя бы. Больше это Левкастер. Так я был на кислороде, мне вообще не мог килл сделать это никак. Так какая разница, просто в размен тебя вывести и все, ты там, неважно где ты был. Ну типа в смысле неважно, ну как это, за что меня выводить? Прямом, если... среди ну потому что ты находился, получается, рядом с труп, ты, получается, был недалеко от трупа Финаргота, то есть... Я на кислороде, Сейчас.
Финн, расскажи секрет, куда ты занес, почему тебя сегодня насыпает так? Что на кислороде? Ханна сказала, что ты трейдер, ты сказал, что... Ну, она просто я убил мальчики, купил. Ну и все, вот двоих кикнули, и все. Левкастер, Левкастер, ты на этом в хранилище вальнул, да, че зеленого? Да, 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 я вальнул. А, ну я так и подумал. Ой, я гномик. Я и в столовке вальнул без баша на кнопки, ну, и в столовке вальнул. Ой, и... Ты какой-то безумный доктор больше, а не гномик. Ну, там Финнергот перед нами с Хаскизом нормально окраснился, так побегал. Да он смотрел в камеры, которые не горят, блин. Он на... Я захожу, а там камеры не горели. Свежее мясо. Чего? Труп в столовке, ой, да блять, ну отъебитесь от меня уже! Они сегодня это с артистом по очереди будут. Гидрос, а ты в курсе, что Хан 3 секунды назад была еще жива и забегала в столовку? Вот сейчас у нее труп в столовке. А ты не видел ни кровища, никого, да? Нет. Тогда Гидрос закикнем. Он, мне кажется, хотел зарезать меня в меди, но не зарезал. Поэтому зарепортил труп, да? Не, смотри, артист, я захожу в мед, вижу, что артист хочет меня, Гидрос подрезать видеть. Меня, я ушел от Гидроза. И он на камеры подошел и не стоит на них, типа, ждет. Он стоял на камерах, когда я пришел. Гидрос, когда я, Финн, когда я пришел, он уже не стоял, типа, камеры выключены были. Камеры были включены, когда ты заходил в камеры или в кастер. Там горел красный хуйнюшка, вы заебали. А где ты, какой момент? Ну, ты скачал данные, потом вроде вниз пошел или куда ты пошел? Ну, листву выкидывал, там без баш стоял, потом сделал два верхние. Ну, смотрите, у нас, по этому килу, у нас по этому килу получается либо без баш, либо гидрос, либо кинпач, или что? Потому что меня видели, как я в админке... Я захожу в админку, и из админки выбегает Хан и бежит в столовую. А ты, артист, справа побежал? Миракл стоял на нижнем О2. Я на О2. Это странно, потому что труп Хана прям около кнопки валяется. Гочика видел? Нет. Гочика, ты откуда прибежал на О2 вверх? А я прибежал, получается, в столовке, прибежал О2, ты говоришь, ты сделал О2, а О2 как бы я же делал верх. Мы вместе там делали. Блин. Мне кажется, Гидрос... Но ты прибежал из столовой, да? Подставил. Как раз я когда туда забегал, туда, получается, я скип, в общем. Ханна. Ой, бля. Этот ух, нихуя себе, блядь, 5 голосов, блядь. Ну, я скипнул, это, скорее всего, Гидрос был мирный. Да, это не факт, там 4 голоса, 2 трейдера, я голосовал. Я голосовал. Ой, бля. Ага. Угу, ну что? Ага. Угу. Закрылись двери в медиа, в камерах. Типа, на камере стоял Хускус. Я не знал, что стоит Хускус. Захожу в электрику, забегает со мной Миракл, там стоит без башни. Типа, и Кинпачи выходит оттуда. Да. А труп на камерах. Сейчас прихожу, Кинпачи стоит на нижнем двигателе. И на удивление этот килл не сделал Лифкастер, потому что пока он бежал из электричества, винты снова юзали. Короче, сейчас вы хотите... человек находится в винтах. Сейчас это он не находится... Кинпачи. Находится в винтах? Скорее всего. Финн, ты после того, как... Смотри, какая ситуация. Я стою в электричестве, юзаются винты. Я вижу, как Лифкастер бежит на камеры, потому что он, скорее всего, тоже винты увидел. Миракл стоит на квесте. Пока Лифкастер бежит до камер, а из электричества, винты юзаются еще раз. И он репортит труп. Я хотел просто вот чего с Финна спросить. Когда закрылись дверь хранилища, ты забежал в админку, что-то посмотрел по столу и ушел в столовку вверх. Ты потом куда пошел? Я в столовке и остался. Ты, то есть, вот эти все время, буквально 10 секунд. Я встал на закачку данных, да.
Куда ты стал на закачку данных? Блядь, куда, блядь? Справа наверху Miracle, я встал. Miracle, ты видел, Ливкастер вместе с тобой в электричество заходил? Ну, было дело, да. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, Miracle пришел справа. Знаешь, какая хуйня? Подождите, ребят, стоп, блин, Бизбас сказал, что сейчас чувак, импостер, находится в винтах. Кто просто стоит рядом с друг другом? Ну, это не Кенпачи, не Бизбас, не... Два скипа, но давайте это... Давайте скипнем, да-да-да. Среди Гучек, артиста и Фина... Я в меди стоял, получается, я пробирочки делал. Ну, кстати, арти живой, это все. Живой. Ну, так все, бля... Пиз... Потому что я с вами не хожу. Ага, Фин жив. И зачем? Кенпачи только у нас что... минус Кенпачи. Кенпачи только что убили. С артистом с оставался он... еще с кем-то. Да он каким артистом? Я... Он оставался... Ну или с Гучиком, или с Гучиком. Он с Гучиком в админке. Я сейчас пересекался вообще, получается, с кем я в электрике был. Я сначала пошел вниз на связь, скачивал файлы, потом поднялся в админку, скачал файлы и ушел вниз на электро. Хуя вы труп затерли, блядь. Ну, Бизбаш, короче, я сейчас пересекся... Зачем ты нажал? А, потому что за мной двери стали закрываться в хранилище, труп сделали, наверное, только что. Это не Бизбаш, поэтому киллу. И, типа, ну, это надо... Гучик получается. Ну, Гучик получается. Это не Гучик, нет. Нет, 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 нет. Это а ты с кем Гучик сейчас? Хорошо, Гучик, ты как думаешь, что это? Смотри, получается, я пришел в электрик. Кто сейчас был в электрике? Финаргот точно был в электрике, да? Артист. И кто еще с нами был? Еще артист был, Кенпачи был. Артист на камерах. Ну, сейчас да, ну, значит, не артист. Ну, все, Гучик получается. А почему? А Роза где у нас Гучик остается? Я остаюсь. А почему я остаюсь? А Миракл где был, кстати, все это время? Я сейчас просто очерняю. В левой половине я его увидел. Все, окей, рассказывай. Ну, значит, он тоже был на электрит. Значит, либо Миракл, либо Гучик. По таймингу? Это 100% не я. Ну, Левкастер не мог, потому что он кнопку нажал. Потому что Кенпачи, ну, вот недавно умер. И я не мог, потому что я стоял в столовой. А труп вообще где? Я бежал и кнопку нажал. Труп, да мы не знаем, где труп, у нас, типа, кнопка да, на... Потому что ты нажал, да-да-да, так и договаривай. Ну, типа, это угадайка, кстати, кого возможно, скажешь, возможно и так, кстати, слушайте, блядь, а благодаря кому у нас угадайка, а? Труп, то есть, ну, давай Гучика, я давай Гучика. Благодаря кому у нас угадайка, блядь. Да нет, благодаря это, мне. Нет, это не Гучик, стоп, да ебаный компот, это же не я, блядь. Ну, ты должен был с кем-то остаться сейчас, чтобы тебя краснило, а Кенпачи умер. Может, не угадали. Да, блядь, понятно. Ебать, это Финаргот при мне убил. Не-не-не, Миракл. Да, хорошая да, попытка, да, хорошая какая попытка. Какая хорошая попытка, ну давай говори. Да-да-да. Я стою с артистом на кнопке, приходит он Миракл, умер, убивает да? артиста. Давай-давай. Ну, окей, окей, хорошо, короче. Я прибегаю с хранилища вверх, блять. Типа, потому что отключена связь. Финаргот при мне убивает чувака, чумная маска вот это издает. Знаешь, в чем проблема, Миракл? По прошлому киллу я никак не мог быть, а мог быть либо ты, либо Гучик.
либо артист, но по артисту сказали, что он был на камерах, так что сори. Окей, если бы мы кикнули Гучика, он бы реально был чуваком, типа игра бы закончилась. Окей, если это я, окей, кикайте. Но если это ты сейчас, вот эта игра просто закончится, мы выиграли. Так погоди, ты же сказал. Погоди, ты же сказал, что я при тебе убил, а теперь ты говоришь, если это я. Ну, блядь, все. Ты посыпался, хорош. Окей, я же говорю, типа, если ты считаешь, что это я, я говорю, окей, блядь, кикните меня, но игра не закончится. Нет, ты другое сказал. Миракл, давай без баш. При тебе убивает Финн. Ты железобетонно уверен, что это Финн. Почему ты до сих пор в него не проголосовал? Да, вот я тоже не знаю. А вот теперь проголосуем, блядь. Вот теперь опять еще одна угадайка. И теперь это уже не из-за меня угадайка. Нет, все еще из-за тебя. Блин, вы все время... Все еще из-за Левка. Блядь, мы могли бы вычислить. Без баш, давай я, короче, монетку кину. Если орел Финна, если решка Миракла. Охуенно, Левкастер играет, блядь. Так это угадайка. Ну, блядь, вы уходили, потому что, блядь, кто уходил на связь, вы должны были видеть, что я оставался с артистом, и Миракл спускался вниз. Он потом поднялся только что, убил артиста, когда я отошел вправо в сторону оружейки, блядь. Скип. Я тоже скипнул. Ой, ух, какой не... скип, вы чё гоните? Блядь. Ну, давайте, блядь. Нашел. Где? Ну, я стою на руке. Один. На какой руке ты стоишь? На верхней. На верхней руке я стою. Блядь, ладно, Миракл, расскажешь, блядь. Кидаю, блядь. Да, да, да ты что, в меня кидаешь? Да что ты, блядь, расскажешь мне, блядь? Да серьезно, на какой верхней руке стоишь? Давай, Левкастер, кидай свою монетку, блядь. Давай, Левкастер, вынеси правильный вердикт. У меня орел выпал. Артист, ты пипец, конечно. Козел ебаный, спас. Вонючий козел. Козел, блядь! Я единственный, кто увидел, как Финн вышел из люка в электричестве. Вы что, смеетесь, что ли? Я рано саботаж нажал. Монетка зарешала. Так, я, во-первых, ребят, спасибо большое за компанию. Я все, мне нужно по делам. Во-вторых, Левкастер, Кинпатчи, я услышал. Мне, короче, скинули этот клип. Я в этот момент, короче, рычажок открыл, который вверх надо было. Да я уже понял, что ты открыл рычаг. Я единственный, кто тебя засыпал. Я думаю, сейчас мы с тобой побежим на кнопку, но ты разворачиваешься на левую, естественно. А я типа вы... Я на самом деле хотел просто артиста убить, прыгнуть обратно, но потом забегаете вы, я думаю, ну пизда. А потом мы выходим, я смотрю, артист налево побежал. Такой, ой, блядь, значит, только Кинпачи видел. А кто Хуску-то убил? Кто Хуску-то убил? Ребятушки, ребятюлечки, спасибо вам, пожалуйста, за игры. Левкастер, хуй сосед. Да, мне тоже надо больше. Сейчас тоже надо уже. 4 плюса ищить. Поэтому, как бы, да, я на Sony 0 импостеров, как бы, всем спасибо. Там ящер тащил, я тоже, как всегда. Да, да. Ящер тоже здесь. Всем спасибо. Давай, пока. Удачи, приятно. Давайте. Вон там и Тенджеро зашел, и ящер. Еще двое. Финн, ты вообще, конечно, меня кинул так вот прям по-наглому, конечно. Хватит, да, конечно. Меня первой убивать. Спасибо, уже 5 каток подряд. То кихают, убиваю. И сижу, блю, кукачи. Привет. Не везет. Привет. Хана, если я буду импостером, обещаю, я буду искать только тебя. Охуенная информация. Плюс 2, да? Хорошие новости, получается. Ладно, я шучу. Еще и импостер еще не выползли. Финн мне пишет, что выиграли у тебя мясо кучу там, из-за того, что и монетка зарешала. Да, там 2.8 кайф был.
Да хватит Фенерготу на трейдерах выигрывать. Ливкастер, да блин, но... Это было, это да, было... я монетку кинул. Это было очень тяжело, со словом, что вы гидроза кикнули вначале. Да, по первому киллу. Да вообще пиздец, типа, я просто... Вот если бы кто-нибудь... Вот другие саморепорт, нихуя не это. Здесь сразу же все видели. Ты же меня на кнопке убил. Если бы ты меня не убил, я бы нажала на кнопку и сказала, что это Miracle Gucci, потому что они странно бегают. Подожди, а ты один мав остался? Ну вот, блин. Да, один был один мав. Я с самого начала, да, один играл, потому да, что... Да, меня сразу кикнули. А второй кто у нас был? Меня сразу кикнули. Гидрос. А как так получилось, что Гучик остается с Кенпачи, Кенпачи умирает, а я Гучик я рассказываю, я выпрыгиваю Гучик в электрике при артисте и Кенпачи. Мы выходим, а Кенпачи бежит направо, артист налево. Я просто убиваю в хранилище, закрываю хранилище. Настечка, напиши мне ВКонтакте. Сейчас мы проведем это, как его? Собеседование. Ну все тогда, Настечка, тогда не будешь играть. Блин, а судейте из 10, а кто еще один человек, который не зашел? Так у нас нету. Я, наверное. А, ну ящер, ну заходите. А нас в принципе 9. Ну в принципе 9, да, еще один. Просто в лобби 8. Привет, сейчас зайду. Друзья. Вам плюс один нужен. О, фиг не давай. Да-да-да, привет, фиг не давай, заходи. Привет. Блин, как же приятно резать Хану. Ну, вот это бесценно, фиг. Я сейчас трейдером буду, я только Финаргота буду резать. Но еще приятнее ее кикать, будучи трейдером. Да, вот это вообще бесценно. Кикнуть ее за твой же килл, это бесценно. Мне нравится, просто Ханна бежит такая, я артист там стоит, думаю, бля, сброшу-ка я этот труп на Ханну. Так, понимаешь, я подумала, то, что вы с Башом вместе зашли, и я не понимала, кто это сделал. Так, а там самый прикол в том, что... Там прикол в том, что мы с Башом заходим на камеры... И бежим потом на верхний двигатель. У него-то вижена нет, как у меня. Я вижу, что там в реакторе стоит артист, которого не видел без баш. Живой. Я просто зашел, зарезал артиста и нажал репорт. Все. Ханна, ты откуда бежишь? Рассказывай. Так, я еще понимаю, что это не Левкассер делал по таймингам, потому что он во два уже находился. Да я во два нахожусь. Я не понимала, кто это. Но прошлую катку я все равно на YouTube залью, она очень близка была.
Надо только не забыть. Труп в коридоре в меди. Опять Ханну? Прям рядом с медом. Бля. Я хотел тебя. Сейчас это у кого-то пригодится. Сейчас кто-то на Луну улетит, блин. Так, смотрите, Финаргот и Фикни, когда вы зашли в столовку вверх, кто куда пошел? Я сделал проводочки слева сверху и пошел вниз. Подожди, а знаете, что я спустил? Я бежал корабль справа, видел Миракла, Бобра и еще кого-то. Ребята, короче, я, смотрите, я стоял на админке, пошел, починил свет. Нет, Лифкастера я видел как раз таки, когда выходил с админки. Ребята, с левой части. Просто он вообще с правой стороны был Лифкастер. Я вообще с правой стороны, типа, Миракл, ты о чем? Дайте дать инфу, дайте. Я хочу тебя краснить, Миракл, а ты... В смысле, ты на щитах стоишь, алло? А труп где? А я не знаю. Если что, держу в курсе. Во время выключенного света я отстоял дефал Ханну, она пришла и убежала. В столовой еще был Лифкастер. Он мог спокойно пойти ее ебнуть, а потом побежать в оружейку, два и прочее. Ну, да, Лифкастер, конечно. Когда я пошел чинить свет, он был в хранилище. Поэтому я он вообще был с другой стороны. Я ушел в хранилище сразу же. Да. Угу. Как раз Тенгра, ты и остался, типа, бегать там. Нет, лучше, я в админке скажи был. Скажи еще раз, где трупик? А, труп получается как со входа мед, понимаешь, это в коридор, это прямо в коридоре, прямо на выходе в мед, под камерой. Ну, нет, у нас ноль инфы вообще. Ну это, ну кстати, там красный, розовый, синий были справа. Фиг, не видел кого-нибудь? А нет, голубого вообще, вы не видели. Кстати, красный вообще странно стоит в навигации. Человек. Типа стоит не у задания, а просто нигде не стоит. Он просто... Вопрос, кто у нас красный? Я делал задание. А в Лифкастера импостера не все понятно. Чисто два йода. Я тоже голосом Лифкастера. Тенгер, я тебя и подозреваю, кстати. Ого. А меня? Финаргот, микрофончик. Спаси. Спаси. Я не знаю, что это за трек, на самом деле. Начинался он поинтереснее. Да надо свой плейлист ставить, в общем. Это вообще какая-то херня. Играет. Да, другое дело. Хешик Камагенова, бля, вообще пушечный трек, нахуй. Да я не успел убежать. Сука, вонючий. Бля, это Лифкастер! Короче, рассказываю, я из репортера говорю. Смотрите. Ну да. Я скачал файлы, получается, в связи. Там стоял темно-зеленый. Да. Я побежал уже, получается, налево в хранилище, пробегает Лифкастер мимо меня, я такой думаю, сука, что-то тут не так. Оббегаю, короче, хранилище, и там лежит белый труп, прям как, ну, получается, хранилище. Ну, смотри, Миракл, я тебе объясню. Давай. Мы, типа, стояли, мне тупо убивать Финаргота, потому что он стоял на выходе из электрики, я вышел, смотрю, Фин стоит странно. Типа, меня видел Гучик, и, типа, странно убивать Фина, если меня видел Гучик. Ну... Давайте мы сейчас не будем кикать при семерых хотя бы. Смотрите, нет, просто дайте я скажу. Я не смотрел, хочу, типа, да, я был в электрике. Сначала. Я был в электрике, ко мне пришел Лифкастер. Я делал задание. Потом я начинаю спускаться из электрики. Смотрю, на углу стоит Финаргот. Подозрительно. Я сначала на него, кстати, подумал. Ну, я такой пошел, типа, в левую сторону. Потом я и резко решил вернуться. Смотрю, короче, они Лифкастер с Финарготом заворачиваются вместе в электро. Я думаю, ладно, окей. Отошел опять в сторону движка нижнего. И сразу же вернулся обратно. Захожу в электро, там никого нету. Соответственно, и тут же репорт как бы прожимают. Я ушел уже на починку кислорода. Миракл, странно, что типа там трупа не было. Где именно труп лежит, скажи? Конкретно. Короче, смотрите, есть электричество, и вот как выход прям из вот этого электричества в хранилище, вот прям там труп лежит. Но уже в хранилище, понимаете?
Через голосование, ну, просто кинем, только сейчас по таймингам, как бы, это левкастер, то есть, как бы, у меня по таймингу только левкастер. Это не может быть самореп, типа, ты не подумаешь, что он сам зарепил, меня подставляет сейчас. Постричься, наконец-то, спустя 2 месяца. Ну, типа, смотрите, а какой смысл мне убивать Минаргот? Как бы, скипаем, как бы, понятно, да? Ну, да, окей, типа, какой смысл мне убивать? Просто понимаешь, ты уже второй раунд подряд... Да, левкастера 100% на критике выводите. Ну, как бы, 100%, как бы, да. Его ему не докидывают, и второй раунд подряд. Единственное, кто был с Финарготом вместе, как бы это ты. Сейчас, секунду. Где можно скачать такие моды? По игре, ну, кстати, мне надо было записать гайд сегодня, но я не успел. Левкастер. Стенгера при мне убил. Да расскажешь, боже. Не, вы можете меня кикать, но типа... Ребят, вы можете меня кикать, но Тенгера при мне убил. Мне нет смысла репортить, если типа... Да нет, не может такого быть, блин, потому что при прошлом раунде он стоял со мной, господи. Так, Миракл, я Тенгера-то плюс первый раунд, он Хану убил, и это Тенгера. Типа, я оставлял Хану тогда с Тенгера, карту... и типа, это Тенгера сделал сейчас килл, и вы меня сейчас, ну, кикаете. Я выкладывал вроде. Это Тенгера, ну, и Миракл. Скоро я залью новый ролик на YouTube и про все это расскажу. Это Тенгера и Миракл, два мафа. Гучик, типа, мне не было смысла убивать Фина, когда мы были вместе, ты видел меня. Какие два мафа? Это левкастер и ташер, который не голосует. Мне, короче, кажется, что это реально левкастер, потому что Тенгер реально стоял со мной. Ящер, почему ты не голосуешь? Я здесь. Только что я был в столовой, поэтому левкастеру пришлось зарепортить, что это левкастер. Ну, ящер и ташер, скорее всего, второй, потому что голосую долго. А я не из-за этого голосую долго. Да, уже списался с разрабами. Мы решили контактировать, когда у них будет информация об апдейтах. Бля, это новый пак чамп? Это что это нахуй? Почему он как-то криво сделан и в какую-то другую сторону смотрит, блядь? Бля, лучше бы прошлое стали. Оставили бы. Так они каждые 24 часа будут менять. Гидроза выкинь. Гидроза выводим. Да-да-да. Ящер-тащер. Да-да-да. Кто у нас это, винтов вылез? Это Гидроз, он вылез из винтов, пока Гучик ты стоял на камерах, и мы с Ящером это оба видели. Да это все знают, даже все там стоят. Окей. Ну это Гучик не знал, потому что он в камеры смотрел. Бля, я не знаю, я не могу сделать килл, мне страшно нахуй делать киллы, потому что меня выводит при первом же килле. Спроси, да вообще кассер. На похуй Хану, бей где-нибудь и все. Разница. Ребят, мне очень интересная игра, честно говоря. Хана. Подожди, Хана, чтоб ты понимала, выключается свет. Я стою с тобой в пиксель. Я видела. Да, пока тебя нет, типа, ты АФК стоишь. Я бегаю стол, тебя уже не думаю. Ну ладно. А я вижу, Хана побежала, а ты оббегаешь стол. Ну ладно, надо резать, типа, есть возможность. Так, еще две на скелзе, идем в этот. Огонь. Мира HQ? Не, полюс. А когда там новая карта? Есть инфа? Блять, в феврале. В 2021. О, спасибо. Пожалуйста. Если что, карта выйдет завтра. И завтра я скажу то же самое. 31 декабря 2021. Бля, может, не поохранять Хану, чтобы ее не убили?
Только она, наверное... Бля, она опять куда-то одна убежала, бля. Сейчас ей опять пизды дадут. Бля, она, кстати, может, трейтер? Нет. Кто-то винтанулся, да, в электре. Да, 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 фигни, я видел, я видел. Я тоже видела, я в электре стояла, эту пимпочку подняла и в камерах, хотя... Подожди. В камерах винты открылись. А сколько? Это как давно было? Типа, секунд только 5. Только что. Тенгра, ты где, на админке? Нет, смотри, я сейчас проще сделаю. Это не Гидрос, это не я, это не Левкастер, не Ханна, не Фикни. И... Не Финаргот, потому что Финаргот зарепортил, хорошо, а не это Финаргот, не он сделал. Остается, подожди, Миракл, Бобер, Ящер, кто из вас еще был в админке? Я вместе с Ящером все время в админке. Я в админке был. Я выбрасывал мусор внизу. Ну, получается, Миракл. Блядь, в смысле я, почему? Ну, потому что всех остальных мы видели. А Бобер где? Ну, или Бобер с Ящером врут. Ну, типа, или они... Ну, или Бобер с Ящером двойка, да, типа. Блин, я не занимай просто экран. Ты стоишь и видел меня на мусоре первом, я сейчас стою на нижнем мусоре, выкидываю, блин, типа, ты меня не видел? Нет, то, что на первом мусоре, во два, я тебя видел. Но я то, сейчас что стою на втором мусоре. Ну откуда мне это знать? Типа, я остальных просто Бобер, видел. Где? Что? Ну, типа, это не так. Я работает, вообще... что сейчас мы я сейчас видели, вместе типа, с Ящером видели, в админке скажу. А, вот все. Ну, значит, это Миракл. По остатку. Ну, типа, либо Ящер с Бобром двойка, либо Миракл. Я вообще весь раунд в админке стою. Я не думаю, что они... Да, они реально стали в админке. У меня думаю, есть скан. А Ханна живая, в Ханну голосуем. Все. Не, так мы не делаем. Так мы не делаем. Теперь мы тебя уже точно кикаем после скана. Да не, я думаю, это не Миракл раз. Я думаю, это Хуикни, это два. Спасибо, я скип. Нет, Фикни был в электре, и там была Ханна. Мы были втроем, поэтому это не... У нас один килл. Я чисто по передвижениям Фикни, мне кажется, что это он. Ну, если только так. Но этот килл он точно не делал. Спасибо. Лицо Фина я стало новым пакчем. Вот такое. Чтобы потом вот комбинацию смайликов мне вот такую делали. Не, спасибо. Не, я не против, не пофиг. Охуели, что ли? Фикни, ты почему бежишь в сторону от саботажа, непонятно откуда, из столовой снизу, объясни. Труп находится в этой, в... Блять, как это хуйня называется? Да, в админке. А, так я не знаю, я думал, это Тенгро, потому что... Фикни, откуда ты бежал, скажи мне. Мы это Тенгро?
Фигня. Я в столовую забежал, сделал сверху проводочки. А откуда ты забежал в столовую? Забежал в столовую, сделал проводочки, когда отключили это. Да, он бежит в другую сторону, когда саботаж. Финаргот сам побежал от саботажа, когда он начал. Не, я сразу... Ну, извини, я пошел не проводочки. Можно вам вопрос задам? Можно вопрос вам задам? Если не я, то, блядь, вот что вы будете делать? Ничего. Ну, если это не я. Мы Миракла выкинули, типа. Вот если это не я, что вы делаете? У нас получалось, да, что, типа, Миракл, либо ты, по-моему, либо я, что ли, попят. Стой, не, подожди, мне интересно, а почему ты сказал это Тенгро, я думаю? Что? Что я вообще... Потому что ты побежал как-то, блядь, сверху вниз в столовую от саботажа, не понял. Куда? Вообще-то я починил саботаж, тебя вообще это не смущает? Ну, просто, блядь, я тебя увидел. Вот если это не я, что вы будете делать? Вот интересно. Я сам себя глазну, блядь, но просто не интересно, что будет. Ну мы плакать будем, фигни, вот эти вещи, что проиграли. Не знаю, у меня вопросов Финаргот все-таки. Никогда в жизни не бегу на саботаж первый, потому что это нахуй не нужно. Финаргот, а Хана дефала, у нас сейчас почти уже пиздец. Я думаю, это не Фин. Хана, кстати, сделал. Если бы там трупа не было, не факт, что я успел бы сейчас циферки ввести. Наконец-то первая победа. Да это фиг не нахуй. Да это Миракл, блять. Щитоводы хуевы. Миракл, здрасте. Здрасте, это я был, да. Все, всем спасибо за игры. Согласно узнали, это я был. Они считали Гидрос и Тенгра, они же считали. В смысле, спасибо за игры, Гидрос? Да, я все, вот, я пока всем. Всем спасибо. Что куда-то все отваливаются? Ну, на мафии победил, и все, ушел непобежденным. Так, да. Да. Что, у нас плюс один, да? Не, мы проиграли, потому что Хана была мирна, и она не умерла сразу, ее не кикнули. Мы типа поэтому проиграли. Не, ну я обещал Хану во втором раунде. Поэтому. А хотелось, да? Да, то есть, прям около меня стоял. Ну там хороший был гейм, типа, блин, у Тейнгро реально... Нет, ты на самом деле очень хорошо сыграл, честно. Я думал, там расследовал нормально. Так, нет, я действительно всех вас видел, типа, не видел одного Миракла и Гидроза. Типа, Гидроза нарисовал... Логично, что сделал первый мусор, пошел делать второй мусор, типа. Ну, типа, у тебя больше нет ни одного квеста ни в навигациях, ни в счетах, ну, типа. Я, честно, в вашей логике не понимаю, почему не могу делать квест, когда саботаж? Почему? Можешь делать, но... Ну фигни, мы типа, делай, смотри, типа, мы все в пятером находимся на камерах, я пришел туда на камеры посмотреть, и типа... У вас там четверо было. У вас там было четверо, я думал даблкил зачекать. Я увидел то, что трое выбежал, я побежал вместе с вами в столовую, типа, все. Типа, смотри, фигни, как выглядит с моей стороны даже. Я бегу, ты бежишь нам навстречу, мы с Гидрозом забегаем, и он труп репортит, ну... Ну, а ты бежишь от трупа, да, во время саботажа. Да, это вообще странно. И тем более... А я сказал то, что я, блядь, сверху делал проводочки. Но это выглядит как оправдание, причем довольно глупое. Ты что, совсем тупой, что ли, блядь, знать то, что 4 человека слева и бежать налево, блядь, от саботажа? Ну, типа, если там 4 человека, ты нажал бы кнопку, ну, типа, мог нажать кнопку просто. Если думал, что там даблкил. Я бы просто сверху сныкался около, блядь, стекол и все. А кто, кстати, такой умный винтанулся, блядь, в Электре? Гидрос. А. Но он не в Электре, по-моему. Нет, был винт в Электре прям. Я прихожу на Электре, там винт прям. Я испугался, убежал оттуда. Ну, Гидрос, значит. Потому что я к вам снизу забежал. А, так, у нас плюс-то будет? Походу, нет. Давайте на 9 пока одну сыграем, только килл КД поставь побольше. Да, сейчас все будет. А, ну окей. Да килл КД нет смысла на самом деле
Сейчас будет плюс. Привет. Здравствуйте. Кот над Привет. Нами в чатике Among Us. Сейчас зайду. А? Лох отлетел. Минус один. Пиксик, блядь. Так, все, я зашла.